мы решили напомнить нашим ветеранам о периоде Советского Союза, когда индийский чай был знаменитый, чайный тот самый. Да. Немного ностальгии по советскому прошлому и много вкусных продуктов. В этих подарочных наборах, оформленных ко Дню Победы, упакован дневной рацион солдата российской армии. Сюда входит тушенка, перловая каша с говядиной, печенье, повидло. Дополнительно включены в набор и традиционные фронтовые 100 грамм, а также алюминиевая ложка, которая, как и оружие, была у советского солдата на всем пути в годы Великой Отечественной войны. Подарки ветеранам передал Владимир Павлов, генеральный директор компании «Военторг». Владимир Владимирович, в первую очередь я хотел вас поблагодарить и от лица администрации, и, конечно, в первую очередь от наших ветеранов за ту возможность, которую вы сегодня предоставили нам по этим продуктовым наборам. Вот мы подготовили символический адрес. Спасибо. Вот. Спасибо вам большое. Это он, спасибо, как говорится, с душой сделан. Поэтому... Для меня большая честь вот, не только получить адрес, прежде всего присутствовать вот здесь, в Химках. Это город, где я жил в свое время. Поэтому для меня это важно. Вот химчанам, ветеранам войны, подарить те подарки, которые делает компания «Военторг». Мы традиционно это делаем с вами много лет уже. Я вот в этот момент я можно сниму маску, потому что мне хочется ветеранов поздравить с этим замечательным праздником, поздравить всех наших людей, всех наших соотечественников с Днем Победы. Это замечательный праздник. Так немножко трагично, что мы его в этом году проводим вот в таких условиях. Но самое важное другое, что 75 лет назад наши деды, отцы вот эту победу удержали, и эта победа навсегда в сердцах всех людей страны. Спасибо за предоставленную возможность вот передать подарки ветеранам. Предприниматель передал в администрацию 750 праздничных подарков. Наборы вручат ветеранам 9 мая.